В мире все прекрасно устроено. Все, что нужно, несложно. Все, что сложно, не нужно. Григорий Сковорода. Где находится Пизанская башня? Кто? Пизанская башня. Без понятия, честно. Башня, ну не знаю, эльфовая башня в Париже, это я знаю, понял? А Пизанская башня... Какая в Париже? Эльфа. Только что подружку вы спрашивали, она то же самое сказала. Боже, такой вопрос спросили, мне ужасно, я не знаю тоже. А вот вам не приходило в голову, что все-таки ответ откроется в вопросе? Пизантии? В Пизании? Я не знаю. Знаменитая страна Пизания. Я не знаю ее. А Ленин откуда? С Пизании. Кто такой Муссолини? Муссолини? Не знаю. Наверное, дизайнер обуви, правда? Назови, Денис, столицу Кореи. Столицу Кореи? Ну, я не знаю, Япония. Китай, то есть, ладно. Токио. Пекин. На какие государства распалась Чехословакия? Когда-то на Чечню распадалась. Так, а еще? В России. И еще третье? Египет. Правильно, спасибо. Не знаю. Подумать. Чехия? Черногория, Хорватия, по-моему, Словения. Где находится собор Парижской Богоматери? В Харькове. Кто такие люмпины? Пингвины. Что-то знакомое. Люмпины? Это случайно не из Лунтика? Это люди, которые летают на небе. Я не знаю. Как вы думаете, кого могут так называть? Красивых мужчин. Заразно. На каком факультете? Иньяс. Есть двумого учета. Англійська і китайська. Я вам задаю питання, а ви відповідаєте мені на китайський, як вмієте. Ну, давай. Чому деякі студенти прогулюють пари? Я не можу так. Добре, англійською відповідаєте. Because students like dance and students like go for a walk. Я вам задаю запитання українською, ви мені відповідаєте французькою. Теперішнє покоління стало трошки тупіше. Як з цим боротися? Жадор! Я не знаю. Я не знаю. Тусуйся, пляши, як кретин. Вони зіпсують тобі свято, Льоша і Даша, вас їх накажуть, блін. Щас модно будь генератом. Тусуйся, пляши, як кретин. Вони зіпсують тобі свято, дурнів плюс один.